В начале января в образовательно-культурном центре стартовал районный конкурс «Педагог года» Сергиево-Посадского района 2018 в номинации «Воспитатель года». В конкурсе принимают участие 12 педагогов, которые должны провести открытые уроки, продемонстрировать методические наработки. Екатерина Хренова, воспитатель детского сада номер 2, провела с детьми комбинированную квест-игру. Ребята спасали Голубой остров от недостатка заботы. Грусть и печаль поселилась на нем. Точно следуя по маршруту, нарисованному на карте, дети прошли множество испытаний на своем пути. Здесь что нам не понадобится? Так, Трофим, как ты думаешь? Лыжи. А Боба как думает? Лыжи. Лыжи проверяем? Да. Так, молодцы. В этой комбинированной квест-игре дети смогли проявить себя в разных областях, показали свои знания в математике, риторике, окружающем мире, а главное, доказали всем, что добро и дружба всегда держат победу над злом. А что такое сделать хорошее? Полить цветы. Полить цветы еще. Маш, как ты думаешь, добрый человек, он, кто это такой добрый человек? Он какой? Что он делает? Хороший. Ну, ты можешь сказать, что ты добрая девочка? Да? Наверное, потому что ты помогаешь. Екатерина Хренова, молодой педагог, закончила Шолоховский университет и уже 6 лет работает воспитателем. В конкурсе «Воспитатель года» она принимает участие в первый раз. Что же сподвигает учителей и воспитателей принимать участие в профессиональных конкурсах мастерства? Наверное, в первую очередь, обмен опытом работы, ну, себя показать, соответственно, и открыть какие-то новые возможности в себе, потому что профессия наша творческая, человек я очень творческий, показать свои силы и попробовать себя в чем-то новом. Наша работа, она такая, что каждый день мы проживаем что-то новое, мы открываем для детей наш большой мир и растем вместе с ними. Как говорят, учитель и ученик растут вместе, поэтому мы с моими детьми растем вместе. Ирина Самойлова, Сергей Сацков, «День города».